Здесь мы уже массив 4. Ну и в принципе ситуация такая же. Те же самые дома. Вот и практически то же самое здесь происходит с первым этажем. Вот. Количество одинаковых машин. У нас Шевроле, еще раз подчеркну. Идем мы по C4, это уже близко к рынку Алайский, базар Алайский. Такая вот незатейливая съемка. Может быть, приятно видеть людям, которые раньше здесь жили. Ностальгия. Цивилизация до этого дома не добралась, только вот один кусочек забрали по первой этаже и сделали такой интересный. Ну, посмотрите, что это на пульт. Ага. Это у нас консьерж тревел. Видимо, туристическое агентство. Странное название. Да. Сейчас мы это снимем. Вот оно. Консьерж тревел. Немножко дальше посмотрим, сейчас находится хорошее кафе. Местные жители хвалят его. Цены, в принципе, скажем, немножко выше, чем в обычных. Но находится в жилом доме. А посмотрите, что здесь. Это наш доктор Овчаров. Местные жители вращаются. В принципе, как бы небезопасно здесь было, но сегодня прочитал, что информация есть. Это как четверо местные жители напали на школьника, отобрали телефон, мы их вроде поймали. Так что в любом случае надо быть предельно осторожен. Мы в любой стране, никто от этого не застрахован. Так? Достаточно спокойно здесь. Постепенно собирается цивилизация. Достаточно зелено. Здесь, видимо, тоже делается ремонт. К сожалению, эти дороги, они принадлежат этому массиву, они не ремонтируются. То, что находится в частных руках, то вот так вот. Видите, здесь немножко местные власти абстрагируются от ремонта. Ну, посмотрите, какая красота. Так вот. Ну и вот. Близко уже осталось до кафе. Мы посмотрим с вами. И, в принципе, на этом обзор закончим. Здесь мало зелени, как-то все. Травы мало. Как понравится. Вот, друзья, это массив C4, вернее, одна лишь его из сторон. Будет интересно, мы продолжим съемки. Смотрите, заказывайте, что-нибудь заснять. Тем не менее, сегодня у нас 3 октября 2018 года.
Ну вот мы уже подходим к кафе, который хвалит. Достаточно вообще. Он тоже находится в доме жилом. Первые два этажа. Они лежат. Вот это кафе. Смотрите. Вот здесь все уютно, красиво. Все отделано. Здание кафе, к сожалению, я сейчас не смогу вам сказать, но могу спросить. Но где-то лучше будет тепло в бочках. Красиво так. Здесь фонтанчик. Ну, достаточно уютно. Принуждено можно посидеть. Здесь национальная кухня, кальяны. Интересно. Ну все, в принципе, то, что я хотел показать вам, мы показали. А вот здесь вот продолжение С4. Дальше идет дорога к Киргизстану. Это дворец. Ну и тоже с ним. До новых встреч!